пробився, рижик, рижуль. Прибилось? Не знаю, чий ти прийшов. Мойте голову. Ну, воно ж де, де я? Ага, так. От м'єті, ну вижте відбув. Пісна прийшла. Жив з 87-го года я здесь. Квартиру эту получила в 88-м году. Приехали. Жена учителькой у школу пошла, а я агрономом работал здесь. Теперь, ну вот жили нормально до прошлого года. Начиная с июля месяца начались бойовые действия. В краю денеровцы были. Тут по клуб работала Национальная гвардия. И вот они, перестрелки были страшные здесь. Ну, я до последнего времени, до 28 сентября, ночевал здесь, все нормально, убирали картошку, все работали. Погреб же жуто. И напоследок этого числа я полез в подвал наводить порядок. Слышу выстрел рядом. Все загорелось, вот эта летняя кухня, и все горит. Я вышел, как был, так и вышел из подвала. После, в декабре месяце, вот тут уже заняли. А дальше так и Национальная гвардия так и стояла. Вот все. Ну, что еще можно добавить? Ничего. Надо помогать нам. Здорово надо помогать. А кто поможет? Нет.